Всем привет! На днях я получил новый демисезонный рыболовный костюм от фирмы 8Fans. И сейчас я вам немного о нем расскажу. На самом деле, это даже не костюм. Это куртка и эти штаны, они продаются по отдельности. Но я буду использовать их как единый демисезонный комплект. При моих росте и весе 180 см и 80 кг мне подошел размер L. Начнем с куртки. Ее стоимость составляет около $175, и она сделана из двуслойной водонепроницаемой дышащей ткани, а также обеспечивает отличную защиту от ветра. Швы полностью проклеены и герметичны. Небольшая демонстрация. Куртка имеет регулируемый капюшон, а также неопреновые манжеты. Кроме того, на ней присутствуют два ретривера, два D-образных кольца и держатель для нахлыстовых мушек. Карманов много, их аж 9, и все они достаточно вместительны, особенно тот, что сзади. Отдельного внимания заслуживают небольшой, но очень удобный карман на рукаве, а также внутренний карман с выходом для наушников. Ну и еще в комплекте с курткой мне пришел этот замечательный бонус. Непромокаемый чехол для телефона. Перейдем к штанам. Так же, как и куртка, они изготовлены из двухслойной дышащей ткани и имеют водонепроницаемые свойства. Штаны имеют 5 карманов на молнии, а также D-образное кольцо рядом с поясным карманом для крепления ключей или других аксессуаров. На штанинах имеются молнии, и снизу их можно регулировать посредством липучек. В общем, вот такой бюджетный, но в то же время высокотехнологичный комплект одежды. Сейчас приступлю к полевым испытаниям. Увидимся!